Денежные сертификаты на приобретение жилья вручают 19 первоуральским семьям. Суммы различные, от 770 тысяч рублей до 1 200 000. Зависит от того, каков состав ячейки общества. Михаил и Ольга в числе счастливчиков. Говорят, для их большой семьи нужна просторная квартира. Семья у нас состоит пока из 4 человек. 2 дочери и мы с мужем. И ждем еще одного ребеночка. У нас сегодня праздник. Мы получили дополнительную возможность переехать в большую светлую квартиру. В программу «Молодая семья» попали и многодетные первоуральцы. Для них предусмотрены максимальные субсидии. Сертификаты супруги сдадут в банк и в течение 2 месяцев. После этого смогут подобрать подходящее жилье. Если есть собственные средства, их можно будет использовать в качестве доплаты, а также взять ипотечный кредит. На сегодняшний день на учете очередности стоят 550 семей. То есть на 15-й год городской округ Первоуральск успешно прошел все отборы по всем программам. Это значит, что программы будут действовать и дальше, и все больше и больше молодых семей смогут жить в новых квартирах. Условий получения таких выплат несколько. Учитывается возраст до 35 лет, нуждаемость в улучшении жилищных условий и платежеспособность. Возможным претендентам, чтобы встать на очередь, необходимо подойти в жилищный отдел городской администрации. Алексей Вербицкий, Денис Неугодников. Хроника дня.